рады приветствовать вас на премьерном показе фильма «Русская ронда» Натальи Шаховской, документальной картины режиссера, члена Союза кинематографистов России, члена правления Ассоциации документального кино Ирины Борисовны Зайцевой. Режиссер сегодня в зале, давайте поприветствуем. Добрый вечер, дорогие зрители. Я благодарна всем, кто пришел сегодня в этот зал. Всегда на всех фестивалях меня спрашивают один момент. Как это могло произойти, что красноярский режиссер и великая виолончелистка Шаховская, легенда? Это хорошо помню, зимний вечер, час ночи. Я выхожу из дома во двор и звоню Шаховской. Прошу о съемках. Она наотрез отказывается. Говорит, год назад BBC пыталась у меня добиться разрешения на съемки, я отказала BBC. И вдруг она спрашивает меня, а вы вообще откуда? Смеетесь, да? А у меня все похолодело внутри, да? Провинциальный режиссер, какая-то Сибирь, Красноярск. И я так, Сибирь, город Красноярск. И вдруг все обертона в ее голосе меняются. Она говорит, для сибиряков я сниматься буду. Приезжайте. Давайте будем смотреть. И так прям было длинное. Спасибо огромное. Волнение – это такая вещь страшная. Хотя я знаю таких артистов, которые говорят, что они выходят на сцену, никогда не волнуются. Я этому не верю. Потому что я не верю, что если человек не волнуется, если у него там не происходит изменения кровообращения, состояние, так сказать, того трепета внутреннего, то он не в состоянии загипнотизировать публику. Спасибо огромное. Спасибо огромное за фильм. Он получился очень добрым. Вы сотворили подвиг, сняв этот фильм. И действительно его надо показывать музыкантам, и не только музыкантам, может быть, творческим людям творческих профессий, потому что он того стоит. Мне приятно сейчас от имени Министерства культуры Красноярского края поздравить вас с этим фильмом, поздравить с тем небольшим юбилеем, который у вас был, и вручить памятный адрес. Фильм же поступок. Это вот в чем проблема. Это поступок. И ты за этот поступок должен отвечать. Вот и все. Если Шаховскую я столько лет ждала, да? И я не сожалею. Если бы я рубанула в тот же момент, наверное, чего-то бы не произошло. Какое-то переживание в это. Это замечательно, когда документальный фильм снимается несколько лет. Как правило, хорошие фильмы, они возникают, когда есть момент наблюдения за героем. Ты проживаешь с ним разные ипостаси его жизни, да? Меняется его психология там или еще что-то. Когда я увидела вот это стремление, то прям хочется самим так усердно заниматься, добиваться каких-то своих целей. Быть такой, как она. Как она хочется заряжает. Быть. Мотивация хорошая очень.
И это гениальный вклад в историю, это гениальный вклад в то, как люди должны относиться к тому, что они. Это и воспитать. Ну, тут можно вообще, понимаете, как любое вот творческое такое достижение, оно может вот потом, знаете, на косточке разбираться там и здесь, и в этом аспекте, и в этом аспекте, и в этом. Пока что мы все вышли совершенно обалдевшие, и есть такое слово, которое, наверное, оно известно, которое называется катарсис. Его не часто повторяют, но вот после Ирининых фильмов это единственное слово, которое приходит на ум. Вот это настоящий... Сейчас заплачу.